что-то меня знобит. Пожалуй, выпью чашечку горячего чая. А можно еще и в душ сходить? Вот. Ну уж нет, дома и так не жарко. А может, у меня грипп? О нем сейчас только и говорят. А водные процедуры могут вам помочь. Лечить болезни простой водой? Уж слишком это просто. Да просто! Это не значит неэффективно! Вот! Намного раньше изобретения антибиотиков водные процедуры использовались для улучшения деятельности иммунной системы. Например, контрастный душ? Да! Он взбадривает нашу иммунную систему на целых 4 или даже 6 часов. Ну что ж, мы в нашей семье попробовали. Это удивительная процедура. Если вы промерзли на улице, дома холодно, попробуйте, примите контрастный душ. После этой процедуры вам покажется, что внутри растопили печень. Есть несколько простых правил рекомендаций врачей. Сначала хорошо разогрейтесь горячей водой. Затем начинайте чередовать воздействие горячей и холодной воды. Горячая одна минута, холодная секунд 20. Обычно нужно 3 раза переключить воду на холодную, но если вы чувствуете какое-то недомогание, самые первые признаки простуды, тогда усильте эту процедуру и 6 раз включите холодную воду. Но ни в коем случае не допускайте ощущение дискомфорта, чтобы вам стало холодно или зябко. Заканчивайте теплой водой. Эту процедуру нельзя принимать при сердечных заболеваниях, высоком кровеносном давлении, при заболевании печени и почек. А впрочем, проконсультируйтесь лучше с вашим врачом. Вот. Но контрастный душ – это не единственный прием гидротерапии. Многие из этих процедур можно изучить и использовать дома. Применение воды наружно не только замечательно очищает и освежает кожу, но и улучшает функционирование всего нашего организма. Кроме того, не будем забывать пить 6-8 стаканов воды ежедневно, в любое время года. Обычная вода может быть исцеляющей водой, поможет исцелить нас, когда мы сражены с самой простой инфекцией. Вот. Давайте благодарить создателя за воду и использовать ее. Да. Вас заинтересовали наши советы? Может быть, вам тоже есть чем поделиться? Напишите нам. Для желающих мы с удовольствием вышлем в подарок нашу брошюру «Жизнь с избытком». В ней вы найдете простые и полезные рекомендации по здоровью, а также интересные рецепты. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. «Жизнь с избытком». Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
Телепрограмма «Лицом к лицу».